строки, опаленные войной, по-прежнему берут за живое. Даже сейчас, спустя 70 с лишним лет, остро понимаешь, какой великой ценой была достигнута победа. Послушаем вместе. Ольга Бергольц. Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане, мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты, красноармейцы. Всей жизнью своей они защищали тебя, Ленинград, колыбель революций. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. В город ломились враги, в броню и железо одеты, но с армией вместе встали рабочие, школьники, учителя, ополченцы. И все как один сказали они, скорее смерть испугается нас, чем мы смерти. Не забыта голодная, лютая, темная зима 41-го, 42-го. Ни свирепость обстрелов, ни ужас бомбежек в 43-м. Вся земля городская пробита. Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто. Под непрерывным огнем с неба, земли и воды подвиг свой ежедневный вы совершали достойно и просто. И вместе с отчизной своей вы все одержали победу. Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей на этом печально торжественном поле вечно склоняет знамена народ благодарный. Родина-мать и город-герой. Ленинград.